Ами тигра 7-3-7-ка. Сегодня будем играть. То есть не играть, а будем обсуждать. Ну короче, я один. Что я скажу? Подождите на одну минуточку. Что-то попил воды, наверное. Попил, то есть. Воды. Это видео для кто из России, кто славяны. Для тех, кто славяны и христиане. Короче, я мусульманин, простите, но так я. Сегодня будем разбираться о приложении, которое обучает всех людей. Да, всех людей. Ну, подписка и лайк, а мы начинаем. Погнали! Короче, уже тут. Пока можно почитать эти отзывы. Очень хорошее и полезное приложение. Вы пишете, что здесь много чего неправильно. Или не сухо. Чё? Чего? Чё он столько что натворил? Ладно. Александр не грузит. Дурак. Наверное, он имел в виду не загрузится, а не грузится. Ни одна история бесконечная. Он дурак. Да они не бесконечные. Так, я уже хочу эту фигню. Теперь мы должны открыть, как бы положено. И просто сперва найти те истории, которые я видел в картинках. Ну, это... Чего? А что за говно тут? Славяне? Христиан? Что с вами? Чёрт, что с приложением? Забан какой-то? Вон, посмотрим те отзывы, которые написали люди. Потом зайдем. Потому что какая-то фигня, вы сами видели. Не грузится ни одна история, бесконечная загрузка и зависание. Игра очень классная и нравилась детям. Было на 5 звезд, но за хрень одну звезду, только один минус. Ну, нахрен один минус. Скажите, почему? Ну ладно, сами почитайте. Тут всякое. Но это у нас давно. Да, он написал, что не грузится. Это говно непонятное. Ну, наконец-то у меня загрузилось. А то какие-то лаги у меня. Какие-то фигня происходит. О чем мы пойдем? О чем мы пойдем? Ладно, пойдем на тупых... тупых непонятных долбоев. Римских долбоев, короче. Ну, имею в виду вот это. Свершилось. А не то. Позвонить в пустыню. Стань в пустыню. Мефтья. Ладно. Она что-то быстро качается. Как вы... Ну, воскрешество тоже такое. Там карта загрузить. Ну, сперва нам надо посмотреть, что это. Ну, я играл немножко, но потом я не удалил. Я удалил, потому что это не мусульманский. Ладно, похуй, это просто для видео. Вы знаете, это россияне смотрят, а мы не, а не мусульманины. Ну, опять шепот. А, все, найс. Загрузился. Там Иисус был без еды
Ну, можно просто сами почитать. Я не буду читать. Ну, потому что уже я читал. Зная, что Иисус проголодался, дьявол стал искушать его. Так, пошел в жопу. Иисус от... Иди. Потом... Иисус второй раз ответил ему Божьим словом. Не испытывай своего, Господа Бога, произнес Иисус слова из Библии. Наконец, сатана поднял Иисуса на вершину горы и показал ему все богатства и царство. Да, мимо с... Дьявол сразу отошел. Но вышло давно. Давно, 2 месяца, 3 месяца. Сами знаете, короче. Я все... И это знает только малая часть, кто знает это приложение, но я сами видел в картинках, кто-то это проверил. Ну, это верно, что я не... Если я не понимаю. Короче, это отсылка на игру для детей. Но что все знаете, это просто эта фигня, которую можно скачать и просто почитать. Да. Всем пока-пока. С вами был Тигр Симпер Симка. Подписка. Всем пока-пока.